Бесплатные консультации у врачей-онкологов Кубани и психолога, ультразвуковая диагностика. Такую возможность предоставили анапчанам в минувшую субботу. В селе Витязево работал онкопатруль в рамках профилактической акции Краснодарского края. Анапчане проверили здоровье и получили шанс остановить развитие страшной болезни. В Анапе акция прошла впервые. 49 лучших врачей-онкологов со всей Кубани приехали в Анапу, чтобы провести бесплатный прием. Проект «Онкопатруль» был создан 3 года назад по инициативе вице-губернатора Кубани Галины Золиной. В рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы». В Витязеве УЗИ и маммографию прошли более 3000 анапчан. Сегодня не просто выходной день. Я бы его назвала днем здоровья Анапы и Анапского района. Вот в этот день люди могли бы сидеть дома, читать книжку, просто лежать на диване, ну или поработать в огороде где-то. А они пришли сегодня сюда для того, чтобы проверить свое здоровье. Те люди, анапчане, которые сегодня сюда пришли, это самые современные, самые грамотные люди нашего округа. Почему? Потому что здоровье – это, наверное, самая главная ценность, которая есть у человека. Чтобы привлечь к участию больше жителей города-курорта, было организовано транспортное сообщение сельских округов муниципалитета. Краевые врачи, не считаясь с личным временем, работали до последнего пациента.